Дни чеченской культуры проходят в Махачкале в Большом зале Русского драматического театра. Состоялась торжественная церемония открытия. Приветствовали гостей и участников фестиваля министры культуры двух братских регионов. В соседней республике от Дагестана вручили вазу унцикульских мастеров с уникальной насечкой. Нас действительно объединяют очень глубокие связи и духовные, и исторические, и культурные. И я не могу не отметить, что и народное искусство, и профессиональное творчество – это уникальное достояние в Чеченской Республике. Они несут в мир с большой любовью к своим корням, к своим истокам. В первый день фестиваля на сцене Русский драматический театр имени Лермонтова из Грозного представил спектакль «Белла» по мотивам романа «Герой нашего времени». Эта история знакомит зрителей с Григорием Печориным, рассказывает о любви русского офицера и дочери кавказского князя. Произведение о гордости, отваге, мужской чести и человеческом достоинстве, повествующее о жизни Кавказа и российского общества в начале XIX века.